Вы часто говорите себе «доброе утро»? Не очень. Почему? Ну, сами себе люди не говорят «доброе утро». Ну, некоторые вот... Нет, ну я говорю жене «доброе утро», она мне. Это лучше, чем сама себе. А кофе в постель? Нет, такого нет. Ну, что-нибудь было такое, подарок какой-нибудь утром романтический? Ну, честно говоря, такого не могу вспомнить, но завтрак был. Завтрак был. Что готовили своей жене? Стандартом яичница. Яичница и чай, кофе она не любит. Ага, замечательно. А что жена сказала, поцеловала? Поцеловала, сказала спасибо, доброе утро. Это значит, завтрак был один раз в вашей совместной жизни? Ну нет, совместных завтраков было много, а такой, наверное, да. Так может взять и завтра, не откладывая дела на потом? Сделать завтрак? Сделаем. Обещаете? Да. Друзья мои, он обещает завтра своей жене приготовить завтрак. Ну и кто нас сегодня смотрит, то тоже возьмите и завтра сделайте для своей жены завтрак. Давайте пожелаем что-нибудь нашим телезрителям. Хорошего дня. И каждое утро, чтобы завтрак был вкусным, полезным и совместным.